Я знаю, о чем вы думаете. Каким образом 52-летний продавец миксеров для молочных коктейлей построил империю фастфуда из 1600 ресторанов с годовым доходом в 700 миллионов долларов? Одно слово. Настойчивость. Отдел продаж «Принц Касл». Джон. Рэй, как там у тебя дела? Отлично. Лучше некуда. У нас заказ. 6 миксеров. Куда везти? Макдональдс. Хотите экскурсию? Мы хотели сделать что-то новое. И у моего брата возникла гениальная идея. Заказ готов через полминуты, а не через полчаса. Уникально, оригинально, идеально. Революционно? Именно так. Это переворот. А это что? Золотые арки. Чтобы заведение бросалось в глаза. Макдональдсы должны быть повсюду. Франшиза, вот выход. Мистер Крок. Франшиза, франшиза, франшиза. Макдональдс – это новая американская церковь. Открытая всегда, не только по воскресеньям. Что значит, деньги почти закончились? Ты заложил наш дом. Мы можем потерять все. Сделка невыгодная. Надо изменить условия. Не могу. А может, не хочешь? Рэй. Что? Нет. Зараза. Есть один вариант. Станьте владельцем земли, на которой готовят эти гамбургеры. Зачем вам ресторанный бизнес? Работайте с недвижимостью. Корпорация франшиза «Реальный сектор». Это отдельная фирма, и вы не имеете к ней отношения. В нашем курятнике лис, и мы сами его впустили. Когда ты, наконец, остановишься? Наверное, никогда. Немедленно прекрати. Хватит, вы мне больше не указ. Ты забыл? У нас контракт. Контракты как чувства. Их вечно топчут ногами. Бизнес – это война. Человек человеку волк. Я вижу будущее. Я хочу победить. Братья Макдональд – ваши партнеры. Уберите их. Любой ценой. Макдональд – замечательное название. И оно теперь мое. Это несправедливо. Ты в этом уверен? Основатель. Смотрите в кино.